27 лет назад, 15 февраля, последний взвод советских войск покинул Афганистан. О событиях тех дней, дружбе, проверенной годами, о мужестве и памяти рассказали ветераны афганской войны, чебоксарским школьникам и студентам. Военное дело – это не игрушки. Если в кино там смотрим, или кино-то еще более-менее, а смотрим телевизор, там понарошку все играем, вроде бы это, ну, так, игрушки детские. Война – жестокая штука. Тогда, 30 лет назад, о том, что война жестока, солдаты советской армии слышали от своих отцов и дедов, участников Второй мировой войны. Но о том, что придется самому взять оружие в руки и не спать ночами, ждать писем из дома, свыше 100 тысяч молодых человек вряд ли догадывались. Афганская война унесла немало жизней. Из 5 тысяч солдат из Чувашии 117 не вернулись домой. Война просто так не проходит. С Афганистана многие вернулись израненными. Многие получили там тяжелые контузии. Для поддержки своих боевых друзей, для объединения мы создали вот эту организацию «Доблесть» еще в 1999 году для защиты законных прав и интересов ветеранов боевых действий. Мы также поддерживаем инвалидов, поддерживаем по возможности семей погибших воинов. Сегодня события афганской войны уже история, но у нынешних школьников и студентов есть возможность встречаться с очевидцами. Все истории, которые они нам рассказали, здесь чувствуется душа человека, что он пережил в этой войне. Здесь чувствуется братство, все на равных, вот что запомнилось. Все истории, каждый сам свое пережил, и все они уникальны, и надо знать эту историю. День вывода войск из Афганистана стал днем памяти всех россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.